Это третье мероприятие CFO саммита, которое мы проводим для ориентируясь на финансовых директоров. В целом, вы видите, с каждым годом аудитория растет, наверное, топики становятся более глубже, темы, как всегда, злободневны. Поэтому здесь то, что мы хотели бы делать, иметь, наверное, приносить интересные злободневные темы, выносить для обсуждений, приносить более глубокие докладчиков, которые могли бы развить тему, могли бы больше рассказать, наверное, поделиться своим опытом, потому что знания, которые мы приобретаем в мире, их недостаточно, нам нужны люди опытные. Опыт – это то, что не хватает в нашей стране. И поэтому мы стараемся каждый раз все больше и больше привлекать людей, чтобы они больше участвовали. И, наверное, здесь мне трудно судить, насколько нравится или не нравится, потому что я, наверное, организатор. Да? И в этой части, наверное, надо судить по участникам, нравится им или нет. Но в целом, вроде бы, дискуссии живые, народ задерживается, остается, и это очень важно. Для нас это такой как измеритель, наверное, успешности этих саммитов. Я, наверное, отметил бы отдельно, впервые у нас удалось созвать председателей национальных банков. Наверное, такая идея там очень простая, но до этого неприменяемая, скажем. И для нас очень было интересно видеть их всех вместе, видеть разные взгляды. И взгляды, и то, что, наверное, Досым Сатпаев, как модератор, очень довольно интересную тему поставил, когда с его желанием все-таки монументов в какую комнату, монумент успехов, монументом неудач, что каждый из председателей Национального банка для них, что для них важно и что они, наверное, разместили бы. И сегодня было очень интересно видеть, что люди очень критично относились, наверное, очень критично относились к тому, что им не удалось, к тому, что у них там получилось. Я считаю, вообще в Казахстане стоило бы вот эту, наверное, практику, работу над ошибками ее развивать, потому что мы очень быстро растем, мы очень перспективная страна, быстро растем. Вопрос, мы можем всю жизнь оставаться перспективными, если все-таки не будем делать работу над ошибками. Вот работа над ошибками – очень важный аспект.